Приятного просмотра! Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и сегодня мы с вами поиграем в новый симулятор качка под названием Workout Island. Здесь не нужно постоянно кликать, здесь нужно всего лишь один раз зажать, и все, и вы, в принципе, все, прокачиваетесь. Просто зажимаем одну кнопочку и продолжаем прокачиваться. Тут, кстати, смотрите, дневная награда, подбираем ее, и она дает 25 коинов. Это, в принципе, хорошо. Так, и, кстати, здесь у нас есть кодики, давайте мы введем. Вот так вот выглядит первый код, он дает нам просто прокачку автоматическую на 15 минут, насколько я понимаю. Давайте мы с вами продаем все коины и сейчас пойдем в магазик. А где магазик? Вот он магазик. Тут, кстати, смотрите, такой довольно-таки большой остров. И, кстати, босс, смотрите, босс точно такой же, как и в Ninja Legends. Тут вон какие-то острова. Ничего себе, там девочка стоит, смотрите, какая большая. Давайте мы с вами купим что-нибудь. О, уточку могу купить. Так, и ДНК апгрейд делаем. Вот. О, а потом палочка идет. Ничего себе. Так я вообще нубас, ребят, вы посмотрите. Настоящий нубас. Давайте мы сейчас сразу с вами возьмем палочку, чтобы побыстрее прокачиваться. У нас X3 сразу будет. Все, продолжаем нашу прокачечку. Зажимаем одну кнопочку и все. Давайте попробуем пробежаться здесь и посмотреть. А, вот здесь, смотрите, флаг есть такой. Это даже не флаг, а какая-то просто зона, которую нужно захватить. И, как я понимаю, будут гемы, скорее всего, даваться за эту зону, да? Нейтральная территория, но он сейчас захватит ее, и будет это его территория. Ну-ка, а как добраться, интересно, вот до следующего Исланда? Неужели надо плыть? Давайте-ка мы сейчас с вами попробуем. Ну-ка, скорее всего, здесь надо, наверное, как-то... Да, вот, смотрите, чувак бегает. Здесь надо перемещаться. Черт, нам надо продавать. Давайте продаем. И купим сейчас, так, а, вот здесь у нас сейл, ничуть какие небольшие. Я, кстати, ребят, даже не прокачиваю сейчас, он у меня автоматически прокачивается. Давайте покупаем туалетную бумагу, апгрейд, а, я апгрейд не могу сделать, давайте продаем тогда. И сейчас сделаем апгрейд. Такие большие все, я малюська. Я хочу тоже побольше быть, давайте мы сейчас покупаем апгрейд, вот все. И теперь можем спокойно прокачиваться по X5 уже, ребят, у нас плюс 5 прибавляется. И вместимость 400. Интересно, а что дадут за босса? Смотрите, просто по воде все бегают. Тут какой-то вот нубасик стоит, смотрите. А я больше тебя, я больше. О, это криминал, слушай. Нублифтер. Он криминал, он, наверное, у него какая-нибудь крутая стадия. А, да, у него стадия крутая, ребят. А у меня нублифтер, я всего лишь такой вот нубасик. Интересно, давайте попробуем отсюда сбегать. Интересно, интересно. Вот это, конечно, классно, то, что новый какой-то вышел симулятор, я его не видел. Так, стоп, а вот это что такое? А, все понятно, это так же, как и в лифтинге. Мы можем маленьким становиться, даже если у нас очень много силы. Блин, ну тут, похоже, надо захватывать, да? Слушай, Игорь, дай мне, пожалуйста, здесь это немножечко под... Нет, 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 нет. Ах, меня Игорь уничтожил. Давайте тогда продаем все. Опс, мы сразу сдулись, смотрите. Слушайте, а этот как-то, знаете, прикольный симулятор выглядит. Он визуально красивый. Красивенький такой. Ну-ка, вот так подкупаем. Вот, все отлично. И теперь подбираем. Поскольку по 15. Ничего себе. Вот это мы жестко сейчас прокачиваемся с вами. Ну-ка, вон там какой-то у нас островок еще есть. Давай-ка мы сейчас туда попробуем сбегать. Интересно, успеем добежать или нет? Вон там, наверное, что-то можно захватить. Я хочу захватить и посмотреть. А что можно за гем, интересно, здесь покупать? У нас сейчас уже заполнятся все мышцы. Черт, черт, черт. Я даже не успею добежать, скорее всего. Но ничего страшного. Мы давайте вот так сейчас делаем. Оп, все, вот так убираем из рук. Смотрите, какой большой стал. Ух, какой сильный. Ну-ка, вот это надо захватить. Хочу вот это захватить, посмотреть, что будут давать. Ну-ка, а вот это мы топаем, да? Бац, на. Это у нас просто кулачки такие. Хорошо. Ой, смотрите, как кулачки болтаются. Чего? У меня кулачки болтаются, смотрите. Ладно, давай погнали сюда. Блин, там кто-то бежит ко мне, черт. Я сейчас, похоже, не успею, да? Не успею захватить и посмотреть, что мне дадут. Давай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, уйдите отсюда, это мое. Моя зона, моя территория. Пожалуйста, уходите. О, 15. А, нам коины дают, ребят, представляете? Я думал, будут давать гемы, а нам по 15 коинов дается. Ну, маловато, 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 маловато по 15 коинов. Но у нас уже 500 их. Ничего себе мы накачались-то как хорошо. Давайте подбираем ДНК. Это у нас 400 уже стоит. А тут у нас 250. Я собакой буду качаться. Лол, что? Я качаюсь просто собакой, ребят. Смотрите. Лол. Собачка, наверное, тут вообще кайфует. Смотрите, я ее так за пузик взял и прокачиваю. Да, здорово, здорово. Вот это они, конечно, добавили предметов.
Жесть, мы прокачиваемся просто собакой. В лифтинге не было никаких живых у нас питомцев. Ну, то есть, даже не питомцев, а живых каких-то объектов, собак, кошек и так далее. Там просто у нас обычные предметы. А здесь у нас собачку добавили. А может быть, это не настоящая собака, то есть она не живая. Может быть, это просто игрушка. Давайте сейчас вон туда сбегаем и захватим. Вот в этом Исланде. Арктика какая-то, ребята. Тут у нас вообще, смотрите, все заморожено. Такая локация морозная. Тут, кстати, у нас, наверное, уже скоро через месяц, ребят, начнется добавляться всякое. Перед Новым годом начнут, наверное, добавлять всякие тоже прикольные штучки. Новогодние ивенты будут. Это будет тоже очень прикольно. Поскорей бы уже новогоднее настроение, новогодние ивенты. Очень классно было бы. Давайте тогда захватываем. Оп, все, это мое. Никто не бежит сюда, и я, скорее всего, сейчас буду вот здесь вот эту территорию захватывать, и она будет под моим контролем. И сюда никто не придет, и она мне будет приносить по 20 коинов. Нормально, продаем, я снова сдулся, и вот такой вот дрищ. Ух, нифига себе, это еще лучше, чем я, слушайте. То есть он вообще малюська, тоненький, как палочка. Вот это стоит у нас 2 миллиона. Слушайте, мне нравится этот симулятор. Ребят, если он вам тоже нравится... Давайте-ка мы здесь, наверное, продолжим прокачиваться. Он реально классный, качественно сделан. Давайте, если наберем 1000 лайков, то я продолжу здесь играть. Очень неплохой такой симулятор. То есть он не такая большая карта, не так много всего. Ну-ка, хватит ко мне бегать, не бегай тут. Нет, Игорь, отстань от меня. Смотрите, я уже становлюсь больше, чем дом. Да, я сковородочкой прокачиваюсь, вот так вот. Хватит за мной бегать. О, а там босс. Стоп, слушайте, а давайте попробуем до босса сбегать и посмотрим, что там такое. Я уже атлетик настоящий. А чем этот Игорь прокачивается? У него что-то в руках как будто газовая плита какая-то. Вот, давайте сюда сейчас подойдем, попробуем с боссом подраться. Интересно, что нам дадут за босса? Ой, это же мой. Это мой. Я сюда снова прибежал, а здесь, оказывается, босс просто появляется. Окей. 1000 жизней у него. Ну, давайте попробуем его убить. И посмотрим, что нам дадут. Ну-ка, нам интересно, гемы дадут за него или нет? Давайте попробуем. Да, гемы дают, ребят. Гемы дадут. А ХП он нам не тратит так-то в основном, смотрите. Так, вот. И коины дадут. Вот это, конечно, хорошо, слушайте. Блин, у меня тут автоматически прокачивается. Похоже, мне надо сейчас вернуться обратно. На-на-на, получай. Иди сюда. Вот так вот. Черт, у меня тут максимальное количество. Давайте мы тогда сейчас с вами продаем. Ну-ка, не подходи. Это моя территория. Пошел вон, Булли. Это моя территория. Пошел вон. Ага, пошел вон. Жестко он меня уничтожил, ребят. Так, продаем все. Давайте, нам надо купить генетику. Я хочу здесь прокачаться, хочу взять новую стадию. Потому что мне этот симулятор довольно-таки понравился. Прикольненький он. Давайте пиццу берем. И теперь будем качаться пиццей. По 50 уже качаемся. Где там босс? Так, подождите-ка. А что можно покупать за эти гемы? Я что-то не вижу, что можно купить за гемы. Вон там у нас босс, но его все-таки не бьет никто. Непонятно, что можно приобрести за гемы. Надеюсь, потом, наверное, добавят это все. А пока за гемы, похоже, ничего. За гемы, похоже, ничего не купишь. Ну-ка, давайте вот сюда сейчас пройдем. Комиксум. Да, ребят, смотрите, скоро что-то добавят за гемы. Тут у нас автопрокачка 6 минут осталось, автосел. И вот, смотрите, здесь у нас донатик есть. Да, донатик, в принципе, точно такой же, как и везде вообще. Плюс 50 коинов, серьезно, за 50 робуксов. Лол, я сейчас гораздо больше же коплю. Вот, это мой флажочек. Вот, чувак, похоже, Игорь меня узнал, ребята. И вот он за мной бегает. О, какой я большой становлюсь, смотрите. Смотрите, я был вообще малюткой, а теперь я становлюсь больше и больше. Пицца-то хорошо дает свою прибавку. Кто-то, смотрите, каким-то крабом качается, или кто это? Это нубик какой-то. Лол, он нубиком качается, нубик качается нубиком. Обалдеть. Ничего себе, интересно, а когда этот предмет появится у меня? Давайте мы продаем и покупаем сейчас новый предмет. Интересно. Давайте посмотрим, что там за предмет следующий. Такс. Это у нас... О, просто обычная гантелька, но я... Блин, мне не хватает немножечко. Ну-ка, по 70 мы качаемся. Просто обычной гантелькой. Ну-ка, давайте сейчас... О, вот все. Теперь мы можем с вами
приобрести рюкзачок. Сейчас рюкзачок покупаем и будем качаться рюкзачком. Во, все, отличненько. По соточке нам дают, ребят. Вы смотрите, как быстро мы сейчас будем качаться. Я и в размерах расту очень быстро. Смотрите, меня тут многие узнают. Хай, хай, хай. Ничего себе. Здорово, ребят, здорово. Я тут нубик пока что, но в скором времени мы будем с вами тащить здесь. Он, в принципе, очень похож на все остальные, но здесь как-то, не знаю, визуально и как-то физика мне нравится, ребят. Вот такие вот симуляторы, они прикольные. Ну, то есть по физике. Очень-очень прикольно сделали. Ну что, давайте сейчас будем продавать вот это все, что мы сейчас накопили. И посмотрим, что там нам надо для следующего предмета. Ну-ка, смотрим, смотрим, смотрим. Что там у нас следующее? А, 5К, бумбокс. Ничего себе, потом школьная парта будет. Воу-воу-воу-воу. Ну-ка, по сколько? По 125. Плюс 25 нам сразу сейчас дают. Слушайте, классно. Этот чувак все за мной бегает, Игорь. Сейчас таким же стану большим. Но мне сначала надо, ребята, наверное, как-то накопить 2 ляма для того, чтобы приобрести вторую стадию. Но это, в принципе, не так сложно, если немножечко поиграть в этот режим. И мы с вами осилим, наверное, даже и последнюю стадию. Ребят, если вы хотите увидеть, как я буду здесь качаться, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч! Пока-пока!